Да. Вспоминаю. Выманил Витя Джинюху на игруху. Джинюху на игруху. Смотри. Сел такой. Скажи, что принес? Дай, дай сюда. Не. У тебя яблоки. У меня игрушка лучше есть. Дженни. Поиграла с Витей. Так, Витя, яблоки скажи, давай. Нет. Дженни такая не поняла. Где, где? Ой, а, ой, Витя. Смотри, Витя мощный какой. Витя держится. Нет. Пока с Витей все не вытрясу, не отпущу, да? Играть не буду. Все. Ну, я пошла. Индивидуального общения с львенком или тигренком. Приглашаем вас посетить кафе, в холле которого вы сможете ознакомиться с историей создания парка Львов Сайган и зоопарка Сказка. Рекомендуем вам посетить аттракцион «Колесо Восьми». Не хочу, не буду. Полета, увидеть парк Львов Тайган и живописи. Закрывай дверь. Такая, забери, забери свое колесо. Где яблоки? Нет. Все, надо двери должны быть закрыты. Смотри, какая умная. Вообще, обалдеть. Вот такая, раз, раз. Шину раз, ножками. Все, закрыла. Наглухо причем. А не открыла, не, чуть-чуть. Не, чуть-чуть. Приоткрыла. Открывает, закрывает. Вот игрушка, да? Мой двери. Любимый размер. Вот ты же. Смотри. Не похоже на яблоко. На арбуз тоже не похоже. Чувствую, разводят, не могу понять где. Вот подкинули мне фигню какую-то. Так, а Витя, ты где? Витя! Витя! О, Витя! Нашла! Нашла Витю! Давай играть вместе, скажи. Так, пум-пум задними ногами. Дженни, твой попис, конечно, прекрасный. Витя, скажи, Витя еле толкает это да? Колесо. Какая? Иди ко мне, мой попугай. Витя, давай поиграем. Витя, бери колесо, одевай на хобот ей. Ты что делаешь с Виктором? Ты его затираешь. Бери его. Бесценный он у тебя. Витя! Аж что это за ёкнуло вообще. С ума сойти. Такие это... Отношения, высокие отношения. Неконтролируемые эмоции. Понесла. Вообще. Куда ты его уносишь? Блин, вот это, конечно. У них там свои отношения интересные. И очень такие... Необычные. Любовь слона. Смотрите, то какая это капец она. Вообще. Какая. Все, Джинюха поняла, что так можно делать. И постоянно вытряхивать из Вити вкусняхи. Витя, наверное, пошел за вкусняхами. Наверное. Ну и я пошла вкусняхи. Ты идешь? Не, где ты там? Стоит такая. Ножки вытянула. Стоечки, да? Стоечки, реально. Да,
вкусняхи. Вон карманы отвисли. Полные карманы вкуснях набил, походу. Опа! Смотри, они играют. Задом такая. Задний ход. Смотри, смотри, как там раз переступает. Круто. Слоновий футбол, это что-то новое. Где еще такое увидишь? Вот это. Класс. Слоновий футбол играет. Вот так. С отбитком что-то. Угу. Не, а этот. Я пошла домой. Открой ворота. Она открыла все. Видите, у него вторые там, видишь, закрыты. А я не вижу. Ну, смотри, смотри, смотри. Пум такая. Это не там стукнуло, это сзади нас. Это сзади нас там ведутся работы по благоустройству. Да. Ну. Как-то она. Колесо? Нет, сюда нельзя. 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 Сюда нельзя, можно только работникам. А где работники? Нельзя, давай-ка. Корми. Понесла. Куда понесла? Домой. Главное, чтобы она с ним не игралась, как с колесом. Скрутит, извините, мячик. Картина маслом. Лови, говорит, Витя. Кто-то дома с собачками, мячиками играет. Да. Витя со слонами. Вкусняху, говорит, давай вкусняху. В руках держит. Ох, смотри. Прям на весу ей туда и в рот вкусняшки ложит. Вот это мастерство. Ох, ветер сегодня сильный. Витя пошел еще долго. Наверное.